20 марта на территории торговых рядов, расположенных по улице Набережной, было проведено совместное мероприятие по приведению в порядок торговых точек согласно установленным нормам осуществления предпринимательской деятельности. В устранении выявленных нарушений приняли участие представители городской администрации, лице управления торговли, сотрудники управления гражданской обороны, а также правоохранительных органов. Работа ведется каждые 2 недели, можно сказать. Очистки дорога. Уходит 1 метр, да, 3-4 метра уходит на дорогу. Невозможно скорой проехать, невозможно пожарный проехать узкие дороги, и еще они уходят по 2-3 метра вперед. Поэтому стараться будем, чтобы лучше делать приезжим и транспортную дорогу расширить. Отмечает начальник отдела управления торговли Абакар Базаев, подобная работа проводится практически ежемесячно. Необходимо усиление взаимодействия в работе по соблюдению предпринимателями установленных границ торговых точек. По словам представителей администрации, часто сталкиваясь с подобными нарушениями, среди предпринимателей должного понимания не встречают. Каждый старается пристроить лишний стеллаж для своего товара, что является серьезным препятствием для проезда автотранспорта и спецтехники при необходимости. Если были бы они хоть вот это место, вот здесь метр стоял, значит, слова не скажет. Они уходят вот сюда. Вы же знаете, вот он сам не даст лезть. Человек вот сюда уходит. Поэтому она доступ нету и машины не проезжают. Торговля, когда идет, невозможно сюда проехать и убрать его. Сторону вот мы убираем, здесь все посмотрит, Абрам Анатольевич. Как отмечают участники межведомственной комиссии, работа по наведению порядка по улице Набережная будет продолжена до достижения необходимого результата и его дальнейшего поддержания. Наиболее злостные нарушители будут привлечены к административной ответственности. Бика Сулейманова, Расул Гаджиев, Саман Гакаев. Информационная программа «Пульс».